Мы зашли сейчас в Зарину. Здесь новая коллекция и очень много такого школьного. Вот такое вот. А, я думала, это комбез, а это платье. Мне понравились рукава на рубашке. А смотри, какая еще рубашечка, рукава тоже прикольные. С воланом. Смотри, жакеты черные. Угу. Черные и синие. Синенькие. А, это юбки. Это юбки синие. Еще есть вот такой. А, это костюмчик уже. Но лично вот в моей школе бы не разрешили в таком ходить. Не знаю, как где. Вообще прикольно, слушай. Вообще, да, прикольно. Да. Вот такая вот блузочка. Ой, все мигает. Все там много. Без рукавов на наш как бы регион нам не подойдет. Да. У нас сюда холодно, уже такую даже в сентябре ты не наденешь. Да, и вообще, как я знаю, говорят, что в сентябре уже будет холодно. Вот такая вот блузочка. А, вот смотри, вот как костюм брючный, да? Есть такой пиджак и брюки. Там вот висят, в общем, вон там вот брюки. Сумочки такие. Вот такая вот блузочка, сейчас покажу вам. Смотрите. Смотри, юбочка. Вот такая. Да, плессировка сейчас вообще модна. Тренди, брючки такие. Я люблю такие брюки, когда вот без всяких молний. Просто резиночка. По бокам резиночка. И они снизу, они, скорее всего, будут... Я не знаю, широкие они или нет. Нет, они просто прямые. И футболочка. Можно было быть так ходить в школу в брючках и футболке? Тебя ж не пустят. Тебя ж не пустят. Есть такие вот в школах, вот свободная. Ну, есть, но не у нас. Ой, у вас смотри, приятное очень качество, ткань приятная. Ладно, пойдем. Ладно, мне, выходим. Нет, смотри. Мне прямо особо так ничего не приглянулось. Это блузочка, но эта блузка очень похожа на твою. Ну да. У тебя такие две похожи. Мне больше вот такого плана понравились, где такие вот воротники прикольные. Ну, она короткая, конечно, поэтому. Ладно, все, выходим. А еще хочу себе драповое пальто, но пальто это мы уже будем, конечно, в Питере смотреть. Полгода. Да. Ой, вот смотри, какое выглядит платье. Ой, люди. Смотри, какое платье. Мы же всегда все выбираем, да? Да. За полгода. Да. Уже скоро к Новому году будем. Будем, конечно. Кто ж спорит? Уже в сентябре начнем готовить. Да, вот как в школу пойду, так сразу уже будем готовиться. А вот смотри, какое платье. Ой, а это я. Рубашечка. Ой, смотрите, какая рубашка. Она будет широкая. Оригинальное произведение. Вот такая юбка. А, да, это платье. Ошиблась. Ладно, все, выходим. Мы зашли сейчас в Love Republic. Здесь тоже новая коллекция. Смотрите, какой пиджак. Мне прикольно, понравился, да. Но получается белый верх. Белый низ. Если можно, да, вообще по нему классно ткань. Да. Прикольненько. Такая вот блузочка здесь есть. Платьица. Новая коллекция. Этой коллекции раньше не было, я не видела. Ну, такое, мне кажется, точно в школу нельзя будет. Здесь вот вырез вот этот. А это что такое? В таком точно школе. Думаешь? Он мне нравится. И, видишь, смотри, сейчас. Ну а почему нет? Действительно, всегда на праздник. Да. Сейчас вообще, видишь, вся коллекция вот такая тигровая, леопардовая. И здесь тоже, вот смотрите, черное платье, но здесь, видите, такая. Это платье точно принц. Рассматривала. Да, я его рассматривала на выпускной. Ну не расстрел. Ой, да. Какой класс, смотрите, конец. В школу? Да. Ты ничего не перепутала? Нет. Это, скорее всего, платье. Это платье. А, это юбка. Да. А вот покажи вот эту блузку. Ну, симпатичненькая. Давай примерим такую какую-нибудь юбочку. Давай, смотри, размер. Все, второй, ну хорошо.
Я тебе уже нашла юбочку. Очень прикольно. Смотри. Очень симпатичный, как бы, да? О, класс, берем. Да, это супер. Мне кажется, вот такого больше брюки подарили. Давай, ну, можно брючки. Но брючки тут, слушай, широковатые будут. Так это ж я тебе юбку такую дала. Слушай, ну вот такие брючки можно. Ну, возьми тоже брючки на твой размер 100%, 40, да? Минус 40. Минус 40. Минус 40. Ну, это больше как футболка такая. Угу. А, здесь сделано как футболка, как будто бы это футболка, это на рубашку надела. Угу. А вот смотри, какие. Угу. Класс. Новая коллекция в школе. Мама, мама. О, топотулечки, смотри, топотулечки. Топотулечки не нужны? Топотулечки не нужны, смотри, рубашечка. Не, давай вот это лучше. Примерим. Вообще, ой, как я люблю вот такой вот цвет. Это что тут такое? Брюки, да? Наверное, да. Давай, может быть, вот к этой блузочке? О, нет. Не, они широкие. К этой блузке они не подойдут. Давай другие. Вон, смотри, какая курточка. Красивая куртка такая. Как я люблю такой цвет. Просто прелесть. Лика, ну что, повесила ты брюки? Да, похож на твой розовый. Да. Ну это классно вот с такими брючками будет. Что ты нашла? Ну, в школу. Лик. Мне кажется, не алло. Ну как не алло? Ну вам же не... Ну в вашу школу как бы надо хотя бы темный низ. Пусть это будет юбка-брюки, но темный, черный, синий. Ну то, что ты хочешь, знаешь, иногда не всех интересует. Потому да, что, вот, допустим, в твоей школе вообще не интересует. Не нравится? Вот на время чуть-чуть не нравится. Красивый, да. Ладно, пойдем примерим то, что ты выбрала. А то красное платье не хочешь? Нет. К школе нет, не подойдет? Лика, вот точно для школы. Школьная коллекция. Ну хорошо, я согласна. Я согласна, Лия. На черную. Нет, Лик. Пойдем, вот брюки смотри, можно посмотреть школьные. Кожаные. О, сумочка классная, да. Но вряд ли твои учебники там все поместятся. Смотри, какие шортики. Ну, шортики, кстати, можно. А давай под блузку, не юбку, а шорты. Давай? Давай? Похоже на мою. Не, ну у тебя такая есть, зачем? Синий какой-то. Да, да, да. Не, давай, слушай, вместо юбки шортики, да, возьмем? Мне кажется, будет поприкольнее. Да? Да. Да. Посмотри, вот здесь может что-то здесь. Сейчас, кстати, на какую-то коллекцию на определенную скидочка. Ой, смотри, вон там брюки именно черные есть. Я не знаю. Сколько они сейчас стоят? 700 рублей. Ой, смотрите, 700 рублей, а были 2500. Я померю. Ну, померю. Даже если не лезут. И даже если не налезут. И даже если не... А тут другие размеры есть. Очень большие. Или минус 40. Вот есть черные, смотрите, здесь есть. Или плюс 40. Смотрите, здесь есть такие черненькие. Но они очень тоненькие. И тоже, наверное, 700 рублей. Ну? Ну? Да. Да, 700. Лик, вон там вот я вижу много юбок и черных брючек. Ух ты, классно, да. Но она белая, Лик. Ну, не черный. Белая нельзя. Кто сказал? Кто сказал? Директор. Директор у вас в школе. Смотри, какой-то. Ой, классно. Лик, ну это плюс 40. Нам не подходит. Давай вот здесь посмотрим и все. Вот, вот здесь, смотри, вот тут брючки есть. Я же тебе говорю. Я белый шорт обтяну. Что ж ты все белые шорты берешь? Ну возьми просто белые шорты себе. Посмотрим, с фанерией белые шорты. Ну как? Смотрите, какие брючки. Мне кажется, большие размеры. Они какие-то большеватые, да, посмотрю размер. 50 или у нас минус 40.
Ребята, все, на этом мое видео подходит к концу. У нас уже темно, только что буквально секунду назад мигала молния, пока я включала камеру. В общем, я ее пропустила. Я, кстати, сейчас завела аккаунт в ТикТоке, страничку, так что кому интересно, переходите, смотрите. Я знаю, что многим интересно было, многие спрашивали, как я записана в ТикТоке. До этого момента меня не было в ТикТоке, но сегодня я решила зарегистрироваться. Уже выложила парочку туда видео, так что заходите, смотрите, кому интересно. Слышали, какой гром где-то мигает, все гремит? В общем, ссылочка будет на ТикТок в описании под этим видео, так что заходите, смотрите. Ну, а на сегодня мой Back to School подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр. И пока-пока!